28-летняя девушка погибла под колесами авто в Карбдахенском районе. На 821-м километре автодороги «Кавказ» 28-летний водитель автомашины «Лада» наехал на жительницу Махачкалы. Известно, что дорогу она пересекала в неположенном месте, вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений девушка скончалась до приезда скорой. Материал для принятия процессуального решения по данному факту уже собран.